По прогнозам синоптиков, в воскресенье 19 июля на основной части территории Республики Алтай сохранится солнечная жаркая погода без осадков. Кушагач ясно, без осадков, температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса. Ангудай ясно, вечером гроза, плюс 17, плюс 29. Турачак ясно, без осадков, плюс 16, плюс 28. Улаган ясно, днем небольшой дождь, плюс 16, плюс 27. Усть-Кан ясно, днем небольшой дождь, плюс 16, плюс 29. Усть-Кокса ясно, без осадков, плюс 17, плюс 31. Чимал ясно, без осадков, плюс 15, плюс 28. Чоя солнечно, без осадков, плюс 15, плюс 29. Шибалино ясно, без осадков, плюс 15, плюс 25. Горно-Алтайск и Майма ясно, без осадков, ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы 7-9 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 29 градусов.